Уважаемые щелковцы, наконец-то весна пришла и в наш регион. Традиционно апрель становится месяцем наведения чистоты и порядка на территории Московской области. Щелковский район всегда принимает активное участие в региональных субботниках. И с каждым годом неравнодушных жителей становится все больше и больше. Более 23 тысяч человек, 702 организации приняли участие в главном субботнике 2017 года. Общими усилиями было убрано 380 дворов, 284 детских площадки, 14 парков и скверов. В этом году у нас еще более масштабные планы. Совместными усилиями мы ведем с вами порядок в наших дворах, проездах, на наших улицах, парках и скверах. Благоустройство Щелковского района – это наше с вами общее дело. В этом году субботники пройдут 14 и 21 апреля. Мы приглашаем всех неравнодушных жителей принять активное участие.